Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Вупо. В прошлой серии мы поучаствовали в матче волейбольном. А сейчас мы с вами, так сказать, отправляемся куда-то по лифту. Ну, также мы одолели музыкальную группу боссов. Ладно. Нужно мне туда вниз прыгнуть. Отлично. Ого-го. Так, где фильм? Это я куда упал? Понимаю. Блин, надеюсь, я не... Да, все нормально. Так, о, подожди. Воды насобираю. Ах ты шема. Ауч. Еще диафильм. Ауч. Так, по сути, могу сюда пойти. Ну, в принципе, сюда и пойду. Ёлки-палки, дайте мне наверх запрыгнуть. Я понял, наверх я не запрыгну. Понял. Это центр. А это выбираем куда. Все, я немного разобрался. Ну дальше нам некуда. Только сюда. Вау, 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 вау. Окей. Да ёлки-палки, ну зато тут сейф есть. Ах, это просто рамку, зип-зак. Я чуть не подумал, что нас арестовали. Нет, мы вышли оттуда незаметно.
Как ты дальше... Как ты так делаешь, Рамка? Просто проходил мимо. Творю добро. В порядке? Увидимся. Ждите. Что-то пахнет странно. Как это, Пельвин? Бум! О, сейчас меня... Понимаю. У него новая шляпа. Короче, если нападать, то по одному нападать. Да. Кто закрыл эту дверь? Где мы должны искать шеф-повара Фрэнкера? Я хочу есть. Думаю, мы можем подождать возле столовой. Мы всегда можем начать с найденного вами лука. Хорошая идея. Давай поедим в столовой. Окей. Давайте сохранимся. Это у нас очередной босс. Так, давайте сначала здесь посмотрим, что. А хотя я могу сохранить. Запуститься просто потом. А, тут диафильм. Поехали. Окей. Не могу достичь. Почти. Ох. Зачем вы это сделали? Ну, я думал, что теперь свободен. Я попал в засаду. Так, устроенную группой Фрэнкеров. Они связали меня. Думаю, что они хотят заменить меня или съесть весь суп сами. Я хотел попробовать новый рецепт, так что это теперь займет немного больше времени, чем обычно. Может быть, они слишком голодны. Сейчас я очень отстаю от графика. Вы хотите мне помочь? Конечно. Давай мне лук, камень и трофей фрэгбола. После того, как вы найдете их, бросайте в корзину в конце комнаты. Так этого Фрэнкера, похоже, не волнует Фрэнкера. У Блайк есть идея. Мы позволим этому Фрэнкеру закончить все, затем мы затолкнем суп из башни. Там, где успадает... Суп у всех Фрэнкеров будет еда, поэтому Блайки и Вум
Говорят с банкером, не подвергая атаке. Так, а как кинуть? Дай мне лук, камень и трофей Фрэк. После этого вы будете надеть их бросать их в корзину в конце комнаты. Ну как мне бросить? Я вообще уже все позабывал. Ладно, подожди, мне нужно пойти камень, да, купить. О, нифига себе, что тут есть. Подожди. Последовательность. Вверх. Это что мне дали? Билет на трамвай, не думай, они никогда его не проверяют. Они еще и блоки. Но мне один хер, нужно идти вниз. Вау, я чувствую смесь чего-то ужасного и чего-то отличного. Эй, ты, у тебя слишком... У тебя случаем нет вип-листа? Нет? Ты несешь... Так. Ты несешь один. Я чувствую запах. Ты прав. Отлично. Я знаю, что это много стоит, чтобы спрашивать, но ты не мог бы дать его мне? Конечно. Потрясающе. Бросай его тогда мне. Ох, ты вум. Это неожиданно. Я хотел напасть на тебя сейчас, но ты дал мне еду. Арх, я не могу решить. Я был воспитан в ненависти к вумам, но с любовью к еде... Без разницы. Ты дал мне еду, так что теперь ты в моем VIP-списке. Ты сможешь войти в мою специальную VIP-дверь, когда захочешь. Все отлично. Теперь мы с этим челом друзья. Так, ну вы поняли, что я сейчас иду в город. Ну, именно сюда я имею в виду. Теперь мне нужно в магазин. И купить камень. Так, купить, я видел камень. Я не купил камень. Ну, в чем дело?
Да. Все, теперь у нас есть камешки. Так, могу я? Не могу. Ты что, мне заново подниматься придется? Давайте я поднимусь и продолжим. Что случилось? Все. Мы еще локомотив. Блин, надо было кинцо посмотреть, точно. Я что-то про это забыл. Так, хорошо. Так, вещи. Как мне ложить? Ну, камень есть, трофей есть, все есть. Как вы найдете их, бросать их в корзину в конце комнаты? А, в эту корзину. Подожди, то есть... Там какое-то количество, да, надо кинуть? Зашибись. Прикиньте, вернулся сюда, а там боссы оказались. А, вот лук, который мне нужен был. А то был не лук до этого. На один хер мне теперь нужно подняться наверх. И купить камни. И один фиг мне пришлось бы за ними спускаться. Большое количество камней. Теперь снова подниматься наверх. А я вот не помню, а здесь что было? Нет, здесь ничего. А, здесь кинопленка была, той. Я кинопленку не посмотрел. Я не посмотрел кинопленку. А где мои камни, сука? Где мои, сука, камни? А, то есть там можно по одному предмету давать. Отлично. Это сделает суп немного лучше. Похоже, вы собрали все ингредиенты, это сэкономит многое время. Кстати, кто-нибудь дал, когда-нибудь говорил вам, что вы выглядите очень некрасиво, даже для Вума. Ну, ваш запах такой интересный. Может быть, это то, что нужно моему новому супу? Нет. Хм, такой специфический запах? Да. Да, это прекрасно. Вы
добыли секретный ингредиент. Разве вы не счастливы? Да ладно. Да боже! А как мне это выполнить? Короче, я понял, плавать и собирать капчик. Блин, меня сердечки мешают. Сейчас сдохну. Да ладно. Я сейчас умру. О, да ладно. Подожди, то есть он меня с супа выкинул? Вум, хороший боец. Фрэнкеры, кажется, скупы. Мы можем вытолкнуть этот горшок с супом из здания. Фрэнкеры придут, чтобы поесть. Тогда мы сможем поговорить с банкертом наедине. Блэк помнит эту комнату? Блэк использует эту комнату, чтобы вытолкать уродливые камни, а затем разрушить их снаружи. В комнате есть механизм, который выталкивает больше камней. Мы можем вместе активировать его правильной мелодией. Круто. Нам нужно активировать его вместе. Вум, следуйте нашему руководству с инструмента Блэка. А можно я просто вот это запущу? Я хочу посмотреть, что будет. Окей, поехали. А, то есть вот то нужно как раз было мне сделать. Мы сделали это? Давайте поговорим с банкрентом. Ну что, мы тогда с вами на этом
закончим. Если вдруг серия будет короткой, следующая, я просто их объединю, хотя я постоянно пищу довольно много, поэтому нормально. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.